Эта зима дорожникам Армавира устроила настоящее испытание. То снег, то гололед, а то вдруг солнышко возьмет и высушит асфальт. В таких условиях выдержать испытание на прочность непросто. В прошлом году зима была более ровная, такого перепада температур не наблюдалось. Поэтому не было и больших проблем. Ситуация хорошо известна в администрации города, поэтому сейчас будут приняты временные меры, чтобы остановить разрушение. Муниципальное образование принимает меры для эксплуатации и должного содержания автомобильных дорог, расположенных на территории. Для этого мы заключаем сегодня контракты, связанные с проведением ямочного ремонта. В этом году, в 2017, запланирована сумма более 17 миллионов, которая будет охватывать все дороги муниципального образования города Армавира, находящиеся в асфальтобетонном исполнении. Равнинные дороги также будет заключен контракт на сумму более 3 миллионов рублей. В городе в эксплуатации находится 507 километров дорог. Из них 340 километров приходится на гравийки. Армавир – город без окраин, поэтому на ремонт периферийных улиц также будут выделены средства. Деньги, которые сегодня идут из дорожного фонда, они также расходуются на содержание автомобильных дорог. Это обеспечение мер безопасности, проведение разметок, проведение, установка знаков, значит, и также эксплуатация светофорных объектов. В настоящее время погодные условия не позволяют приступить к проведению ремонта дорожного покрытия. Он обязательно начнется весной, когда воздух прогреется до плюс 20. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».